них свои задачи, свои решения. Я вам скажу, за где-то 8 месяцев до событий у вас, в начале года, мы с группой друзей разговаривали с президентом Саркози. Мы к нему пришли именно для того, чтобы его предупредить. Мы-то понимали, что Россия готовит такую вещь. И разговор зашел о Косово, о том, что Саркози на этот год, на эти полгода, становился президентом Евросоюза. Микротация такая. И вот он нам сказал, что да, мы признаем независимость Косово. Мы ему говорим, ну, тогда вы должны быть готовы к агрессивному поведению России на Кавказе. Они уже это сказали, причем сказали открыто, никак не стесняясь, если Европа так поступит, мы сделаем так. Вы готовы к этому? Ну, я поеду с ними разговаривать, я надеюсь. То есть человек не готов к этому. Представления о том, с чем он имеет дело, у него нету. Мы пытались так немножечко разобраться, насколько он понимает, кто такой Путин, что это. Нет, нет у него такого понимания. Когда я пытался ему объяснить, что такое чекистская ментальность, он на меня смотрел мутным взглядом. Говорит, ну что вы, Путин, он так любит женщин и жизнь. Человек, который так любит женщин и жизнь, не может быть плохим человеком. С чего он взял, что Путин любит женщин, я не знаю. Но вот такое вот то, что нам сказал Саркози, да? Вот я буду разговаривать. То есть у него безразличие было полное. Сказать, что он не понимал, что Россия может прийти и оккупировать даже всю Грузию, на самом деле, нельзя. Он это отлично понимал, и более того, мы это ему сказали прямым текстом с Андреем Люксиным. Вот. Готовится он к этому, не готовится. То есть изначально было понятно, что они готовы это сдать по общей своей психологической установке. То же самое сейчас будет с чем угодно. Я далеко не уверен, что членство в НАТО сегодня является вот какой-то гарантией. Я вам говорю это серьезно. И если завтра, не дай бог, будет что-то подобное в отношении Эстонии, начнет Запад мировую войну из-за Эстонии. Я сильно сомневаюсь.